23 и 24 мая в Торонто прошел ежегодный фестиваль Open Doors, дабы очередной раз взглянуть не ленивым и любопытным, как мы, везде и всюду, чтобы еще лучше узнать наш любимый город. С погодкой повезло, ни жарко, ни холодно, и закатав штаны и рукава, мы отправились в это поселение Black Creek Pioneer Village, островок старины среди цивилизации. Ах, жизнь как чудо, атмосфера середины 19-го. Домишки, хозяйственные постройки, постоялый двор, ферма, кузница, сельпо – все до последней фигуры восстановлено с тщанием и любовью и передают атмосферу быт антарийских переселенцев стародавних времен. Всюду входи, суй свой нос, знакомься, задавай вопросы жителям поселка. О да, в их роли подготовлены разговорчивые переодетые волонтеры. Можно подсмотреть, что да как творилось в переселенческое время. Хоть магию изготовления чеканных железок в лавке у жестянщика, хоть изготовление веников и помело. Ой, рассказала бы я вам про магию веников и помело, но как-нибудь в другой раз. А пока что рви в огороде сорга и вяжи себе веники. Впрочем, веники вязать – это вам не по клаве стучать. Ха! Масоны! Но это отдельная тема для самых любознательных. Потом, потом. Сельпо очень хорош. Тысячи мелочей, от гвоздей до перчаток. Почтовое отделение «Телеграф», он же бакалейная лавка, он же склад провизии. Колокольчик на двери динь-динь. А специально для девочек, обратите внимание, какие шикарные продуктовые визы, формы для выпечки. И. Под потолком стулья и кастрюли. Это, наверное, для экономии пространства. А дороги тут не асфальтовые, все штаны в пылище. От топота копыт пыль по полю летит от топота копыт. Мы у доктора в домике. Болеть в те времена я бы ни за что не хотела, но печка греет знатная. И стул знакомый. Ой, меня точно таком в Советском Союзе зубного пытали. Лаборатория. Эскулапы в то время, что швед, женец, на дуде и грец. Мультипёрпосы, эскулапы. Мельница, ну просто замок какой-то. Крутится, вертится, колесо в озеро, чистое зеркальце, колесо вертится, мука мелится. В общем, насладились мы тут сельской пасторалью и, наверное, остались бы. Но спешим к вам, друзья, поделиться увиденным. И засим откланяться. До встречи у масонов!